Третий звонок, занавес открывается. И вот он, конечный результат. Красиво оформленная сцена, декорации, костюмы. Но до этого момента они появляются в воображении художников, а затем их качают на бумагу. Так появляются эскизы. Увидеть процесс оформления спектаклей на этом этапе можно в Чувашском государственном художественном музее. Там работает выставка «Театральная палитра». Шапка Мономаха – главная регалия русских великих князей и царей в Чувашском государственном художественном музее. Только вместо жемчугов и рубинов – обыкновенное стекло, а вместо золотой отделки – недорогая ткань. Его вместе с другими костюмами, макетами и эскизами можно увидеть на выставке «Театральная палитра». Все-таки работа художника, она видна в основном на спектакле, но здесь вот как бы предшествующая работа, они же с эскизами работают, сначала вынашивают это все, и вот этот долгий путь к спектаклю нам хотелось здесь показать. В выставочный зал совсем ненадолго перебрались работы из мастерских ведущих театров республики. Каждый эскиз, каждый макет, любой, бери хоть костюм, это ценность. Потому что спектакль собирается вот из этих маленьких деталей. Декорация – это одно, подходящие костюмы исторические. К этому же должны быть реквизит свой, того времени. Это все изучается досконально и потом делается. Увидеть эскизы, которые уже выросли в огромной декорации и даже играли на сцене в прошлом веке, можно будет до 1 декабря. Ольга Пырочкина, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика.